Рабочая поездка в Судогду для губернатора Светланы Орловой началась с посещения отремонтированного культурно-досугового центра «Родина». Благодаря победе в ежегодном конкурсе фонда кино по поддержке кинотеатров в малых городах, судогодский центр получил 5-миллионный грант. И в конце 2017 года тут наконец-то появился современный кинозал. Переоборудовали наш кинозал. Ранее мы показывали кино с кинопроектора. Посещаемость у нас была 5-10 человек в неделю. Сейчас у нас увеличилось 100 раз. И за праздники с 21 декабря по сегодняшний день наш зал посетил более 5000 человек. Широкоформатных кинопоказов в Судогде не было около 25 лет. Теперь же судогодцы могут в родном городе смотреть новинки кинопроката в формате 2D и 3D. Цены на билеты приятно удивляют. 70 рублей детский, до 160 рублей взрослый. За день в обновленном кинотеатре проводится не менее 5 сеансов. Совсем скоро в родине появятся и новые радиомикрофоны. Во время своего визита глава региона подарила культурно-досуговому центру сертификат на их покупку в размере 100 тысяч рублей.